Хочу вам показати один відос. Правда, знімав я його рік тому. Майже прямо перед початком війни. От, подзвонила до мене дочка одного моєго знайомого пивовара з Харкова. Повідомила сумну новину, що батько помер, і в нього залишилась пивоварня вдома. Вона не знає, що з нею робити. Так от, попросила приїхати, подивитись, що можна з нею зробити. Може, кому в нагоді стане. Така досить цікава така приблуда вдома зробив. Майже така професіональна. Робив все сам. Від зварювання баків ЦКТ до автоматики системи розливу. Ну, такий був дуже-дуже рукастий чувак. Жаль, що його нема. Ну що, от така от пивоварня домашня. Все сам делал. Абсолютно оборудование, все самодельное. Вот, если кому-то интересно будет. Вот. ЦКТ на 500, ну, практически 600 литров, два штуки. Вот, получается, это маленькая пивоварня такая. Вот такая. Это маленькая пивоварня. Это получается заторный чан. Вот такие сита вставляются туда. И затор делается. Вот мешалка с такой из миксера строительного. Вот так она мешает. Управление, насос, все когда автоматическое. Тут даже есть теплообменник, пластинчатый теплообменник. Так что полностью. Это варочный порядок. Я так понимаю, тут же можно было и перегонять. Перегонный. Подсвети здесь. Как перегонный куб здесь. Тены. Вот такой разлив, баллон, пегасы, купорочная машинка, бак горячей воды. Полностью как бы абсолютно автоматическая, ну не автоматическая, да, полностью укомплектованная пивоварня, но сделана полностью своими руками под себя. Это, я так понимаю, кигомойка, да, электрическая, с нагревом, со своим. Вот. Это перегонный куб. Вон бойлер, ванна такая, получается солододробилка, вот такая,
холодильный агрегат такой самодельный для двух ЦКТ по 500 литров. Ну вот эти вот сами ЦКТ есть. Вот такая вот пивоварня. Я так понимаю, холодильник, холодильная камера. Вот такая. Если кому-то будет вдруг интересно, кто с руками, кто может адаптировать под себя, я думаю, будет интересно, звоните и приобретайте, потому что остались женщины одни, и они не будут этим заниматься 100%. Поэтому пропадет оборудование, поэтому кому интересно, звоните и договаривайтесь. Ну а зараз даже не знаю, що там з тої пивоварні, що як, де дочка. Той район дуже обстрілювали орки. Ну що робити? Таке життя.